На последней домашней игре футбольной команды «Керчь» фаны устроили моральную поддержку небывалого позитивного заряда. Как вы оцениваете сегодняшнюю игру, ФК «Керчь»? Мы рассчитывали на победу, как видите, у нас там баннеры, только победа. На данный момент 2-0 ведем. Я очень рад. То есть команда у нас на самом деле сильная, имеет хорошие перспективы занять призовые места. Как видите, собрали сегодня больше 50 активных фанатов, которые поддерживают весь матч. Как вы считаете, ваши вот кричалки, такая активная поддержка футбольного клуба помогает ему сегодня в игре? Конечно, так если знаете, больше 50% настроя на игру команде придают болельщики. То есть по всей Европе очень это уже давно развито. То есть если пустой стадион или не приходит, или дисквалифицируют стадион, то есть от болельщиков, это очень сильно влияет на настрой, на победу команды. То есть болельщики, я вам скажу, просто играют очень большую роль в игре команды. То есть сейчас футбольный клуб Евпатории просто деморализован? Можно так сказать, если видели, то есть когда у них мяч или они создают опасные моменты, мы просто, немножко угнетаем обстановку, чтобы их немного деморализировать. А когда наши с мячом, мы сами видели, пытаемся поддержать, хлопаем. Придумали некоторые сами кричалки, некоторые взятки, то есть с мирового фанатского движения и так далее. Как видите, голос я уже немного посадил. Я хотел спросить про голос. Наверное, каждая игра потом сказывается на здоровье. Если игра сегодня, то у меня завтра еще будет голос плохой, а ко вторнику восстановится уже. На два тайма меня хватает. Еще бы на третий тоже хватило. Фанат с 25-летним стажем Евгений Колесников – один из организаторов фан-движения в Керчи. Керчи очень любят футбол. Я помню времена, когда собирались 3, 5, 10 тысяч. На столетие футбола наш 10-тысячник вместил 12 тысяч. И люди звонили не то, что Севастополь, Симферополь, звонили из Киева, из Донецка, с Харькова. Спрашивали, правда ли, что в городе, в котором нет команды, которая выступает хотя бы на чемпионат области, пришло на стадион больше 10 тысяч человек, им показали фотографии, видео. Люди просто аплодировали нашим болельщикам, которые собрали полный стадион. Вполне возможно, что благодаря поддержке фанов команда «Керчи» выиграла в этом матче со счетом 3-0. Сами футболисты остались довольны встречей, а также активной поддержкой трибун. К такому фанскому движению любой футболист относится очень хорошо, потому что поддержка наших керчан, когда мы играем на футбольном поле, необходима. Это эмоции, это характер, и они помогают собраться в необходимый момент. Большое им спасибо. Самая заветная мечта керченских фанов – создание в городе футбольного клуба. Мы фанаты, нам нужен в Керчи футбольный клуб. И пользуясь этим моментом, хочу просто обратиться к некоторым керчанам, которые могут позволить организовать у нас в Керчи футбольный клуб. Опять-таки, у нас стадион один из лучших, второй по Крыму. У нас большой город, и я думаю, клуб у нас должен быть, и он должен представлять нас на область и в лучшем случае на Украину, хотя бы в первой или во второй лиге. Победу керченской команды фаны отметили маршем от стадиона по центральным улицам города до набережной. Мария Крицкая, Анатолий Мышкин, специально для Керчнет ТВ.